Привет! Сегодня мы будем делать елочку. Да. Да, берем клей. Да. Да, и берем полоски. Расклеиваем. Берем полосок разной длины. Вот, начиная с большой, да? Да. И заканчивая вот такой вот маленькой. Давай, мама будет держать. И ты будешь клеить. Давай сейчас пока приклеим большую. Мама тебе чуть-чуть поможет. Обнимай. Ну, я, конечно, брала без линейки, я брала на глаз все это. Да, нет, теперь мы именно берем вот эту вот часть. Это? Да. Да, держи одним пальчиком. Угу, не захватит. Да, сейчас мы приклеим. Вот эту полоску. Вот эту. Угу. Вот. Берем тряпочку и так вот. Вот сухой тряпочкой мы поправляем. Да. Теперь берем вот эту часть. Нет. Нет. Это, да? Да. Ой. Давай, мама, пальчик у тебя будет держать. Вот, хватит, хватит. Опа. Он же шарики, мам. Да. И берем шарики, шарики. Вот эту часть, да. Ой. Ой. Угу. Мам, шарики! Да. Шарики, мам, шарики. Шарики, да, сейчас будем шарики. Да, сейчас промакиваем лишний клей. Передачи. Вот клей, мама, ищи. Да, и у нас вот такие вот есть заготовочки, шарики наши. Да. Вот есть вот красные, да? И желтые, вот зеленые, да, и чуть-чуть розовеньких. Вот. Но мы начнем именно с красненьких. Давай, Глеб, клей красненькие кружочки. Ой. Да, мам, тебе поможет? Что? Да, вот сюда. Вот сюда. Опа, давай чуть-чуть поправим. Уже приклеилась. Вот. Вот сюда. Так. Да, мы тут их умастим. Давай, чуть-чуть вот сюда клей добавь. Да. Ты видишь? Не добавилось. Так, теперь следующее. Мы будем желтые кружочки клеить. Вот. Здесь уже будет на одну меньше. Вот сюда, вот сюда. Да. Угу. Умничка. Давай так. Сейчас опять поправим полотенечко. А где это? Там? Угу. Умница.
Да, вот сюда. Умница. Все. Вот пока то, что у нас вышло. Вот. Сейчас теперь возьмем зеленые. Да, зеленые две. Угу. Или позже знает уже, куда надо. Умненький мальчик. Ой. Да ничего страшного, девушка, потом вытрем. Идёшь. Давайте сейчас ручки вытрем. Художник наш, творитель. Ты там? Да, умничка. А теперь вот сюда вот одну будем лепить. Вот, тут вот красного цвета у нас такая двусторонняя, да, с красной. Это фенька. Вот, розовенькая, да, такого вот, малинового цвета даже. Фенька? Угу, давай. Она, видишь, двухсторонняя. Да, попалась. Давай. Угу. Пиняй. И вот сюда. Вот и все, елочка вот такая вот у нас получилась. Да? Ну что? Елка горит! Елка горит! Правильно! Мы нарисовали такие елочные игрушки, точнее сказать, сделали, да? 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 Ну, такие вот. Ну что, говори всем пока. Пока!